Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Мы встречаемся сегодня по одному очень важному поводу в связи с предстоящим отмечанием Международного дня двигательных расстройств. И меня попросили рассказать несколько слов о болезни Паркинсона. Ну, понятно, что за несколько минут ничего не расскажешь о болезни Паркинсона, для этого требуется гораздо больше времени, но я решил свое выступление посвятить парадоксам этого заболевания, часть из которых, наверное, нам предстоит решить в ближайшее время, часть из которых мы будем решать, может быть, еще очень многие-многие годы. Ну, начнем по порядку. Первый из них. Несмотря на потрясающие успехи технологий, человечество стоит, по существу, на пороге создания искусственного интеллекта, ничто на сегодняшний день не может заменить внимательный и вдумчивый осмотр и наблюдения за пациентов. И многие наши пациенты при встрече с специалистами, изучающими болезнь Паркинсона, которые занимаются этим заболеванием многие годы, удивляются, что мы не требуем от них кучи анализов, никаких МРТ всего организма и так далее, что обычно используют неврологи в своей повседневной практике, сталкиваясь с другими заболеваниями. И весь наш осмотр в основном посвящен изучению семиотики симптомов, которые мы наблюдаем у этого пациента. И, конечно, до сегодняшнего дня основу диагностики, клинической диагностики, составляет неврологический осмотр. Но следует сказать, что несмотря на легкость, кажущуюся легкость постановки диагноза, и в типичных случаях действительно это коридорный диагноз, мы, как говорится, милого узнаем по походке, который подходит еще к нашему кабинету. Ошибки в диагностике самого синдрома составляют сегодня около 10-15%, а период, который тратится на нозологическую принадлежность выявленного синдрома паркинсонизма, может захватывать до 3 лет. Второй парадокс заключается, что к моменту постановки диагноза или уже при очевидной клинической картине гибнет до 80% нейронов черной субстанции, соответственно, до 80% происходит уменьшение плотности нигростриатного пути. То есть диагностика запаздывает порой на многие-многие годы, а иногда даже на десятилетия. И, возможно, в ближайшее время мы сможем научиться диагностировать это заболевание на доклиническом этапе его развития. Третий парадокс. Он заключается в том, что несмотря на то, что болезнь Паркинсона является двигательным расстройством, и действительно в основе диагностики этого заболевания лежит специфические двигательные нарушения, которые мы выявляем у наших пациентов, его дебют или домоторная стадия проявляется нарушением обоняния, запорами, особым вариантом расстройств сна, нарушения REM-фазы сна, депрессией и целыми другими недвигательными симптомами. Более того, немоторных или недвигательных симптомов, если сопоставить эти симптомы с двигательными симптомами, оказывается значительно больше, чем двигательных. И развитие такого осложнения, как деменция, и сопряженного с ними целой группы психических нарушений, является независимым предиктором смертности при этом заболевании. Четвертый парадокс заключается в том, что гипокинезия, которая составляет ядро клинической картины синдрома и болезни Паркинсона, на развернутых стадиях заболевания сменяется в определенные фазы активности этого пациента, наоборот, гиперкинезами в виде хориоатетоза или других вариантов гипокинетических синдромов. И когда мы учим студентов, что есть два основных варианта двигательных расстройств, связанных с поражением экстрапирамидной системы, это синдром паркинсонизма или гипокинетический синдром, и обратная сторона медали – гиперкинезы. И вот на определенных этапах развития болезни Паркинсона мы видим и гипокинезию, и видим гиперкинезы. Ну и пятым я бы назвал на то, что у нас есть болезнь, которую все знают,
но у нас нет определения этого заболевания, которое бы устраивало всех специалистов или всех исследователей, которые занимаются его изучением. И в наиболее распространенных на сегодняшний день определениях указывается, что это прогрессирующее заболевание головного мозга. Но на самом деле заболевание начинается не в головном мозге и даже не в центральной нервной системе. Патологический процесс начинается в вегетативных ганглиях и сплетениях желудочно-кишечного тракта. Даже в периферических нервах обнаруживаются патологические формы синуклеина, а также в слюнных железах. Таким образом, в разрешении этих парадоксов и предстоит решение наших задач на ближайшие годы и ближайшие десятилетия. Я благодарю вас за внимание и желаю вам успешной работы. Спасибо.